Друзья, всем привет! Меня зовут Дима Ширяева, это канал 24 формат. Это моя студия 24 формат, крафт-мастерская. И наконец-то мои подписчики начали включаться в работу, за что я им очень сильно благодарен. Поступил такой вопрос: а можно ли сделать венецианскую штукатурку как-нибудь так, покреативнее? Ребят, нужно! И сегодня мы займемся этим с вами. Ну что, на мольберт? Только не звени яйцами. Итак, друзья, что я сделал? Я взял декоративную штукатурку торговой марки Fadel Венециана. Она полупрозрачная и хорошо берет цвета. Я затонировал ее в такой вот темно-серый. И следующим, это такой же эксперимент, кстати, вот, поэтому не знаю, что получится. И теперь я хочу туда добавить меди, тоже торговой марки Fadel, эффект меди, жидкий металл, туда же. Все это дело перемешать. В принципе, все это на основе акрила, поэтому я не думаю, что здесь могут возникнуть какие-то негоразды. Вот. Мне кажется, что все должно быть хорошо. Правда, там какие-то вот комочки, они не перемешиваются. Ну да ладно, посмотрим. Может, это даже будет и хорошо. Так. Ну, наносим венецианскую штукатурку. Да, это такие вот, как это называется, непромес. Наноситься она стала вообще прекрасно. Какой-то у нее появилась такая мегапластичность просто. Подсохла наша фактурка. Во время сушки произошел небольшой конфуз. Влез я туда своими пальцами. Пришлось подмазывать. Ну, я надеюсь. Ну, это как эксперимент. Эксперимент, я думаю, ничего страшного. Нам еще два слоя впереди. Потому что так как мы знаем. Венециана наносится в три слоя. Там уже такие слоя, такие, но название. Ну вот по ощущениям и по консистенции, по пластичности, мне очень нравится, какая получилась масса. Она очень пластична, очень приятная такая для работы. Единственное, что вот эти вот недомесики по меди, ну, не знаю, может быть, если это перемешивать миксером, все будет гораздо, ну, как по мне, они ни на что не влияют. Просто дают дополнительный эффект. Thank you.
достаточно. Сейчас еще раз его хорошенечко просушим, чтобы я не наделал очередных артефактов, как это у меня получилось во время первой сушки. Нам еще показалось, что уже все. Блин, полез пальцем, и оно поехало. Такая осталась след такой отвратительный. Пришлось домазать. Домазочная сталь. Так, все. Сушим и шлифуем. Итак, друзья, я уже начал здесь немножечко ее, ну, проверял. В общем, нормально все защухивается. Не знаю, какое-то зерно взял в эпицентре. Ничего не написано. Ну, где-то может 220-е. Меленькое. Поменьше. Еще подкинуть совсем маленький слой и уже без всяческих зачухиваний. Чем хороша венециана? Так, я, наверное, маску сниму. Чем хороша венециана? Венециана хороша тем, что она вот за счет своей полупрозрачности каждый нанесенный слой создает вот такой вот ореол вокруг себя. И когда вы это все делаете в квартире, на стене, то создается очень интересный такой мраморный эффект. Здесь мы тоже видим этот эффект. Получается у нас этот эффект на металле. В принципе, ее даже можно окислить, попробовать. Но в этот раз я этого делать не буду. А давайте так. Если кому-то станет интересно, пишите в комментариях, мы ее окислим. То есть сейчас я что делаю? Я не сколько полирую венецианку, сколько я хочу отдавить медь. Потому что медь — это получается у нас материал мягкий. Вот. Металл. Его не сколько вот он красиво, когда его полировать, а когда его именно вот так вот отдавливать. Он тогда начинает как бы проявляться. Сегодня у нас получился небольшой DIY по декоративной штукатурке от торговой марки Feidal. Я смешал два материала, это венецианскую штукатурку Венециана и эффект меди, ну, жидкий металл, эффект меди от торговой марки Feidal. Как вы видите, эффект, мне кажется, получился очень даже ничего. Это такая медная венецианская штукатурка. Вот. Я добавлял еще черный пигмент, чтобы добиться вот такого вот именно. Ну, мне нравится, когда медь такая вот затемненная, такая благородная. Друзья, вот такой получился у нас сегодня DIY по декору от Крафт Студии мастерской формат 24. Меня зовут Дима Ширяев.